Доброго времени суток всем. Всем привет. С вами Александр Нат, мы продолжаем играть Borderlands. Так, мы сначала куда, вниз или вверх пойдем? Вверх пойдем. Ну пошли, сбегаем. Тут мы никого тут нет? Решили посмотреть, что здесь есть. Да, тут тупичок, как бы, и непонятно, куда это. Вот я до сюда дошла, дальше ходить не стала. А, я вижу, патронки валяются. А деньги... А, нет, это патронки. Как ой, там интересно. Летает. Летает? Вон, видишь? Зараза. Попало что-то я, нее. Я тоже по ней не попал. Опа, опа, опа. Ого. Где? Вон там, улетела. Ха-ха-ха. Мне нравится мой новый автоматик. Зря я к ним раньше не испытывал теплых чувств. Револьвер. Тебе нравится такой револьвер? Нормально. Да, вот я тебе про это говорила. Я издали так посмотрела. И не рискнула. Вдруг, думаю, что-нибудь начнется. Весело, они тут живут. Конечно. Ну да. Я смотрю, кто-то очень... очень целкий. Ну да. Так, ну что... Ты тоже? Что? Нет, я просто в это в бочку пострелял. О, смотри, тут какой-то. Звук, звук, звук. Да тут эта хрень в меня. Где она? Уже нету. Она упала. А, вон еще. Ха-ха-ха-ха. Фига у нее. Это что, у нее ротик такой? А где ты ее? А где у нее глаза вообще? А, у меня ее нет. Ага. Физика у каждого своя просчитывается. О, все, я кончил. Это мои слова. Я их давно уже хочу сказать, когда вижу что-нибудь, не стесняюсь. 487 урон. Х4 электричество. Забирай. Почти мечта. Два патрона, правда, всего, но у меня у текущей тоже два патрона, я переживу. Мне теперь надо уровень взять. А, ну, на следующий, что ли, уровень? На 25-й, да? Да. Фу, у меня аж это, прям такая... Сначала откатило, потом прикатило. Да. Ты даже не знаю, как назвать. Офигительно. В какой-то веке пушку классную дали, прямо... Прям вот вообще... Я тоже хочу так. Вот, посмотри на револьвер. Я же в словах не сдерживался. Ну, неплохой, 200 урона. А где ты его нашла? Тут, наверху. Я же тебе говорила про него, а ты побежал куда-то там смотреть этих... Возьми его, выкинешь мне просто. Приколотых. Ну, я... Он, правда, без прицела, зато у него урон хороший. Ну, ты из того, по-моему, без прицела стреляешь, да? Да, без прицела. Что там интересного внизу? Бабки. Я смотрю, бабки крутятся бабки, у меня, да. Счетчик. Да, да, да. Только они, мне надо спускаться туда или нет? Похоже, что больше ничего тут нет ценного. Я не вижу. Нет, ничего здесь больше нет. Патроны еще для автомата, если надо. Чуть-чуть. Нет, мне патроны не нужны, я уже закупилась. Все тогда. Я забыл таймер, правда, включить, но будем считать это бонусом. Так. Я тут, около машинки. А-а-а. Чё, поведёшь? Нет, ты поведёшь. Я больше водить не буду. Никогда. Поэтому я тоже не получаю это права. Потому что я знаю, что я буду... А чё она? А, я не ездить очень неаккуратно. Е-е-е. Ну сегодня прям... Всё, меня уже серия сегодняшняя вот это нравится. Можно заканчивать. Да. Все самое хорошее уже произошло. Главное, чтобы не испортили. Да-да-да. Так, здесь что, будут враги? Ну, врагов я не вижу, но здесь что-то есть. А, будут! А, сволочь какая. Чётко-то его. Не подходи ко мне, я обиделась. Да я его боюсь. Мне револьвер не вытянул, но... Вот слушай, ты меня взрываешь, что ли? Я не пойму.
Может, он кидается чем-нибудь? Сейчас проверим. Стой. Давай. А! Я сейчас умру! Я сейчас умру! Иди спасай меня, блин. Сейчас проверим. Нифига ты улетел! Я уже устал бежать. Я уже почти умер. А ты представляешь, что испытал я все это время, летя с 19 хп, и понимаешь, что я сейчас приземлюсь и умру? Я открыл второе дыхание. Да уж. Все, можно серию заканчивать. Теперь точно. Я тебе револьвер принесла. Слабое утешение. Ой. Фу. То есть, все-таки оно по тебе попадает. Логично, да. 100%. Стой. Ой, блин. Где мой держи платочек? Фу. Прикольная серия. В следующий раз будем проверять на тебе, если что-то будет. Ты говоришь, это потрясающе. Неплохая штука. 104 урон, 2 поджигания. Поджигалку себе еще одну. Да, заменю на этот, предыдущий. Ага, окей. Слабенькая поджигалка. А вот просто хороший урон, в принципе. Но ты меня лучше нашла. А ты револьверами вообще не пользуешься или что? Пользуюсь, у меня есть с собой. Просто что ты их мне все отдаешь? Нет, у меня есть. Я пользуюсь. Ну, то есть он у меня как запасной просто лежит и все. Так, сейчас мы тогда эту зажигалку. Фу, блин. Заменим на новую зажигалку. А, 25 уровень. Заменил, да? Ага. Вышел оттуда такой невыспавшийся, а мы тут приехали, разбудили. У него тут граната в сейфе лежит. Ой. 25, 25, 22. Ну вот. Вот этот, который ты мне дала, первый, 206 урона, очень неплохой такой. Слушай, отойди, я тут бубухну. Это который огненный? Нет, это обычный. Все, я это, все почистила тут, вроде как. Не все. Нет еще? Нет. А, почта. Граната. Почту не проверила. Граната. Нормально кто-то его поприветствовал, письмо, поздравлялку прислал. Ага. Все, залезай, поехали. Да. Ты все, отойти еще не можешь. Да блин. Вывеска у нее тоже прикольная, смотри. Ну да. Класс. А! Я по ним покатаюсь. Вот по этим-то как раз надо, да, кататься, самое то. Да они противные, блин. Чвеньк, чвеньк. Ага. Прикольно. Отыгрался? Да. Так, ехать надо куда-то туда. Да, туда и направо. А там можно проехать? Опа. Ну да, какашки. Так тут не только. Ну я понимаю, что они отрезались уже. Да, лучше выйдем. А то это. Машинка убьют у нас. Так, давай. Кого куда? Или кто куда? Да пофигу, я думаю, поехали. Сейчас. Готов? Сейчас просто заряжался. Нет, блин, надо было все-таки другую винтовку брать. Решила потестить. Так. Так. Все, пытаюсь засечь, я делал новый щит. Пытаюсь засечь, что-то не успеваю посмотреть. Отбиваться приходится. Который с быстрой скоростью перезарядки, но объем маленький у него. Ага.
Давай, стреляй в меня еще. Ну-ка, хватит тут. Не, мне все-таки против людей больше нравится. Это хорошо, конечно, бьет. Но горящая все-таки поинтереснее. Ой, вижу твою тень. Нам, кто? Кто там? А. Качок. Да фигня, сейчас убьем. Сейчас револьвер еще потестим. Вот у меня револьвер какой, видишь тоже. Классно, 200 урона, блин. Вот так. 262 урона. Офигительно. Вот у меня, видишь, какой? Где? В целом. А-а-а. Прикольный у тебя такой навороченный. А у меня вон какой-то простенький. У меня вообще. Вот, видишь, какой. Ага. У него, я не помню, сколько-то. У него прицел 4,2 кратная. Фига. То есть урон такой не сильно большой, но точность неплохая. Угу. Так, все, можно ехать, я так понимаю. Ну тут ничего не порезалось. Вроде как. А-а-а. А, нет, стоп, что-то светится. Что светится? Наверху закрытые ящики. Сюда иди. А что там? Лейтенант, что-нибудь, патрончики там? Сейчас подъеду. Ага, точно, машинка же у нас там осталась. Ну, короче, заглянешь сюда внизу, тут два ящика. А-а-а! Чуть не уехал. А чё, подожди, мы же тут были вроде. Почему да. Тут не открыто? В смысле не открыто? Ну, вот эти два ящика. А, не знаю. А видимо, где ты говорил, еще наверху? Не-не, там все закрыто, я посмотрел. А, ну все, поехали тогда дальше. В смысле, там наоборот все открыто. Все, усел? Да. Я правильно понимаю, нам сюда? Да. Да. А, аккуратно. А куда? Где-то здесь? Так. Это я с перепугу. Они какие-то самоубийственные. Об нас пытаются. А, вон по бочке стреляли. Сейчас сам попробую. Есть? Есть. Ой, я вижу что-то. Кто? Где? Чё ещё? Всё-всё-всё хорошо. У меня такая паника. Кто? Где? Чего? Слышь, куда ты стреляешь? Я пока не вылазил. Ага. Здесь вот, кажется. Да, вот он. Последний дневник. Забираю. Отлично. Что там за знаки нарисованы? Вот, хороший вопрос, да. Сейф, сейф. А там чё? Хочу посмотреть. А здесь посудомоечная. Ну, в смысле, стиралка. О, дробовик. А там за ширмой ничего не было? Вон там. Там же. Ширма? Вот слева за ширмой. Да. Где я? Надо, вот, повернись. А, нет, там камень. Все понятно. Я думала, может, там за ширмой, за металлическим листом за этим. Что-нибудь есть еще? Не-не-не. Нифига нет. Ну здесь всё. Вот еще ящик. Иди сюда. Так, там... А, так, подожди. Это у нас какой-то индекс, что ли, получается? Вот эта хренюшка. Какая хренюшка? Ты в кого там? А-а-а. Прикольно ты его. Четко. Ага. Мне тоже понравилось. Так, нам что, выходить или ехать еще? Так, смени задание на эту, которую нам дали, Эрла. Сейчас. О, я не могу. А, все могу. Так, найти сумасшедшего Эрла. Вот так. И у нас еще какой-то. Как сгорает моделек. Зажгите факел и убейте матрака. Это что-то вообще. Это не здесь где-то. Это Арид Бадланс. Это назад надо ехать совсем далеко. Да-да-да. Вот найти сумасшедшего Эрла выделил. Так, это где он у нас? О, смотри-ка где. Может, есть смысл съездить назад сдаться? Хотя... Хотя нет, наверное, нет смысла сдаваться, ехать. Я боюсь, это дольше выйдет. Плюс они тут вообще все порезаются. Кто где?
Ха-ха. Прикольно. Так. А, так, мы можем пройти. Проехать здесь, по-моему. Если я правильно понимаю. Опорнуться мы не можем? Слушай, точно. Ты гений. Давай мы до Эрла уж дойдем. Не понял. Смотри, какая там сверху большая хрень. Ага. Ну нифига себе. Да блин, ты это... Ты меня убиваешь же. Я тебя достаю, что ли, так? Доставала. Фига она в меня шпарит. Ты как нормально там? Сейчас, немножко еще осталось ее снять. Ага. А, добивайте, она меня сейчас... Есть. Чпокнет. Фу. Мы ее чпокнули. А чё-то с неё лута нет никакого. Вот негодяи. Могли бы дать. Так, ну чё? Вот я бы дал. Портиться-то где? Нигде мы портиться не будем. Не будем? Нет. Давай, снайпери. А чё по ногам? Какой? Вредный. Я точно помню, что я еще должен сейчас полазить. Но. Бежит, бежит. Ой, блин, не попадаю. А я не достаю. О, все, набрались. Куча. Что-то не понял, где-то тут еще что ли? О, качок. Какой-то с глазами, не понял. Пробуй качок. Ну ты как будто первый раз его видишь. С такими глазами, да. Да ладно, просто не обращал внимания. Да. Не, ну у него прям светится. Чё, да правда, я уже увидела таких. Не, и не раз. Точно? Да. Странно. Ну ладно. У меня винтовка уже четвертый. Ой, восьмой уровень. Автомат какой-то дурацкий дал. Взрывной матадор. Ой, я этот взрывной матадор случайно взял в руки. А кто это был-то вообще? Да. Кто где был? Взрывной матадор. Ты тоже луком пользуешься, да? Нет. Гранатами. На нем не лежат, но я им не особо пользуюсь. У нас тут беда. Хорошо. В смысле, ничего хорошего, ну, конечно. Уже все, нет беды. Все хорошо. Можешь не отвлекаться. Так, ладно. Магазин зайдем? Смотрим, что там хорошего. Дефектная снайперская винтовка. Глушить током, блин. 71 тысяча! Ни хрена себе. Высшая стихийная вероятность. Чё на меня не дропнулось? Я бы тоже, как ты. Сразу. Два раза. Два раза? Да. Тут да и обе снайперские винтовки очень даже неплохие, конечно. А где еще одна? У тебя что, другое уже стоит? А, или ты продаешь что-то? Это продаю, да. Так, вот они, три штуки мои хорошие самые. Слева, вот первая самая винтовка. Неплохая, 272 урон, 9 патронов. Точность хорошая, и там стримы неплохой. Ну, вообще, да, хорошая. Вот.
И вот здесь тоже, который, ну ты на него смотрела как раз. Или ты не про эту? Я вот про эту, которая дается. Угу. Ну вот это халява. Так что я возьму, наверное, возьму. Халява 42 тысячи? А, подожди, а где ты углядел вот эту? Слева. А, мне так. Так нет. Это твое, сейчас ты смотришь. Нет, подожди, а там была такая, да? Да, а, слушай, вот она точно. Я думал, это ты мне предлагаешь. Ха. Ха. Не, я не буду. Я удавлюсь за такие деньги. Наверное. Так, стабильный револьвер. 143, 86, да. Продаем. 25. Беда. И не говори. 57 и 42 патрона. Ничего. Я почти готова. Почти? Угу. Щит нашел. Сейчас продам. Оп. Стал богаче на $377. Честно говоря, по поводу счета я не очень поняла. Как он действует, не успел разглядеть. Купить что ли ее? Ой, даже не знаю. Я уже сам просто думал неоднократно, если увижу в магазине что-то хорошее, то куплю, потому что нереально. Враги просто не убиваются. Уже. Она простая, понимаешь, что плохо. Вот эту бы я вообще взяла, без всяких вообще. Ну, 71 тысяча, это, конечно, круто. Особенно если что они за смерть забирают, блин, по столько денег. Да, да, да. Не. Ну смотри, лучше ты когда еще встретишь. Ну что я здесь потом без денег-то делать буду? Там процентное соотношение забирается у тебя или как? Я не понял, если честно, не засекал. Мне кажется, что в процентах, да. Процентов 5, наверное, забирают, ой. Ну я тебя отсыплю, если что. Как ты меня можешь отсыпать, ты чё? Ну куплю в том плане, что... Нет, не надо. 97, 97, 216. Короче, я избрала. Я думаю, может вот это себе взять тоже. Кого? Винтовку? Вот это, да, вместо пистолета какого-то. Неплохая очень винтовочка, тоже я смотрела на нее. С другой стороны, я им не пользуюсь, ладно, нафиг. У меня и так выбор тут есть. Так, поехали. В смысле поехали? Пошли. Ну, в смысле пошли. Поехали, это в смысле пошли. Так, и куда он нас предлагает? Вот сюда. А, вот он, чокнутый Ерл. Я инициировал перемещение. Так. Сейчас, погоди. Ух ты! Ну ни хрена себе карту, простите. Я-то думал, здесь все быстренько и простенько. А, сейчас. Пока. Здесь опять магазины. Тут еще одни магазины? Ну да. А, я не могу ее одеть пока, понятно. Как? Не можешь? Ну, в смысле? Ну, винтовка на 25 уровень. А-а-а. Тут то же самое продается или другое? Я не знаю пока. Так, 24, да-да-да-да. О, что, я не купила патроны. А там их не было. Да? Ну ладно. Теперь купила. Все. Боец огневой поддержки. Плюс 4 команда восстановления боезапаса. Плюс 2 навык накопления запасов. Плюс 3 навык удара. Плюс 2 навык заграждения. Щит хороший. Правда, без этого. Без подхила. Сбалансированный. К шоку, к огню. Кислотный взрыв исцеляющий. О, какой интересный. Забрать что-то. Стандартный исцеляющий-то? Да. Ну да, неплохой. У тебя такой же, у да? У меня такой же, да. Эх, вот справа, блин, у него бонус еще к исцелению был бы. Хе-хе-хе. Так, неплохой очень тоже. Ну, я возьму еще щит. Тратится так тратится. У меня на 13 уровень исцеляющий стоит. О, ну да, бери, конечно. А старый продам. А лента пока пусть полежит. Рваная, которая? Так, а что-то я не вижу, у тебя рваная. Ты ее продала, наверное? Нет, она на мне одета. А-а-а. Вот, на 13. А-а-а, я понял.
Вот так. Подожди, так ты я делал не тот. Все хорошо. Ничего не хорошо. Почему не тот? На мне сейчас лента одета. И вот, которую я купила. А, ты его купила только. Так ты его не одела. Ну я понимаю, я его не одела. Я хочу потестить ленту. А-а-а. Так ты ее вроде потестила уже. Я... Нет, я ее не потестила. Для тебя что-то. Я же говорю. А-а-а. Опять светлячок. Смотри. Это коцаны. Щит. Точно такой же почти. Забирай. Зелененький щит. Так я такой сейчас почти взяла. Ну. Денег отдала за него почти 10 тысяч. Охренеть. Ну. Опа. Опа. Давно не видно было вас. Да. Так, меняем. Да ё-моё, перезаряжайся уже быстрее. Ого. Ага. Фу. Неплохо так она тебе. И мне тоже. Ага. Неожиданно. Я вообще их не ожидал увидеть. Так. Тьфу, блин, грибочки у меня уже это после Гильдварса инстинкт. Собрать? Собрать грибочки, да. Ты с кем там? Опа. Опа. Сейчас я ему в попу напихаю. Все, напихал. Буянит. Полечись, вон. Погоди, я переодену щит. Не, ну прикольно, конечно, но... Так, тут квест. Так, вот так вот. Готово? Почти. Да. Чищу проход. Ба-бам. Ты так говоришь, как будто там толпа стояла. Не, ну мне сказали, тут надо пробить. А. Так. И что мы имеем? По-моему, мы ничего не имеем. Опа. Найти сумасшедшего Эрла. Так. О, так значит это... простите. Собаке, Танис, нужна эта инопланетная штуковина? А ты ее маленький помощник? Фу, и они зовут меня сумасшедшим? А что ты сделал для меня, кроме того, как пробурил дыру в моем ограждении? Вот ответь мне. А, так, убирайтесь из моих владений. Убей бандитов и пауков. Бандитов 25, пауков 3. Так, сегодняшний урок — взрывчатка. Собери все заряды Эрла, затем установи их и взорви. Короче, я предлагаю забить на этого Эрла пока что. Вернуться, сдаться. Потому что у нас квестов просто куча висит. Угу. Согласна? Угу. Мы возьмем 25-й. Да, да. Радостно да, да. Оденем. А где оружие. Тут чекпоинт? Я не вижу. Плюс у нас серию уже надо заканчивать. Ну, хотелось бы квесты сдать, успеть. Побежали. Вот она. Так, в New Heaven портуюсь тогда. Где этот? Вот она, новая гавань. Готова? Ну да. Фу, мы вообще сегодня. Ага, последняя серия вообще веселая получилась. Благодаря некоторым. И торкам. Хоп-хоп-хоп. Так, все, кому сдаваться? Ой. Вот, этому надо сдаться, части машины. Сдаю? Да. 10 тысяч баксов даст. Хорошо. Так. А, по уши. 8 тысяч баксов. Ой, и... Ну, чё, белый пулемет. Ну, так себе.
принципе, так себе. Все, больше ничего не нашел. В смысле, не дает. Так, кому там еще сдаться? Вон, этой надо сдаться еще. Наверное. Нет, ничего нет. А, потыкай, пожалуйста, квесты, кому тут куда сдаваться? Чтобы не искать долго. Так, а два квеста еще осталось. Да, вот этот дневник. Надеюсь, не Расти сдается. Нет, вон налево. И второй. Оба, короче, туда получается, на доску объявлений. Надо еще потом сейчас закончим. Пробежаться по городу, ящики, которые отрезались. Мы же в этой серии-то нет. Оружие, может, я хорошо пойду. Ой, а что с ним? С кем? А, смотрит такой. Отклинил. Тетя. Просто он как-то низко сидит, мне показалось, нет? Любопытно ворвали, знаешь, что сделали? Так, спасибо за то, что вернул мои записи. Я знаю, что ты прослушал их, так что я советую тебе побыстрее забыть их. Это личные дневники. Так, мусорщик, пулемет, автомат. А, отлично, вот твой пистолет-автомат, почти как новенький. Посмотри. 29x4. 82 в обойме. Патрона, да. Прикольно. Угу. Так, сбор кислотных кристаллов. Так, то, что автомат не очень прикольно. А, это в процессе. И? А что это ты сейчас дал? Какой? Где ты его? Эпик? У тебя его нет? Нет. Ха, почему тебе его не дали? Ну вот он у меня, давай, я его сейчас выкину. Травма. Выкину. А почему? Я не знаю, я вот заметил, что не всегда дают всем. Почему-то. Иногда дают, иногда не дают. А в чем прикол, не знаю. Так, ну что, можешь заканчивать, я думаю? Да. Фановый, это так прикольно здесь, конечно, статы. Плюс 2 навык спонтанности. Вот что это такое? 50% дробовик, там стрельбы. Работает, да, говоришь? Кто? Да, тут. Трипл ругается, что не работает ни хрена. А где здесь пушки всякие продавались? Я хотел посмотреть, магазинчик просто здешний. Ну? Вот он. Зажигательная винтовка. 35 урон. Уровень низкий здесь уже, 16-й. Вот он, 22-й револьвер. И гранатомет. Кобальтовый гранатомет, 460... 200 тысяч! Тоже на 4. На денег столько нет. Ты я бы взял его. Да. И менял бы их. Угу. Тот с шоком, да, насколько я понимаю, это совсем, да, вообще, да, шикарный тоже. Да. Почти 5 прицел, смотри. 4-9 приближение. Да это гранатомет, знаешь, все равно прикольно. Как прицелился, как выстрелил. Да офигеть, я даже если что-то продам, мне не хватит. Угу. Дайте мне его в кредит. Вы не можете себе это позволить, сказали они мне. Негодяи. Ладно, так, что-то новое. А, сволочи. Вот вам бюджетный вариант. Пожалуйста, за 7 тысяч. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, второй раз самое хорошо делать не захотели. Да. Все, всем спасибо и всем пока.